Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу фермер 3М. Брус разложили, вот здесь будет теплица. Начинаем, приступаем. Продолжаем монтаж. Собрали торцы, брус. Каркас весь скрутили, закрепили к основанию, перекрываем поликарбонатом, обшиваем двери, форточки, и все по ходу, по плану. Закончили монтаж теплицы фермер 3М, 6 метров в длину, ширину 3 метра. Сваленная конструкция с профильной оцинкованной трубы, полимерно-порошковым покрытием, цвет шоколад, поликарбонат 0,8 плотности, 4 мм, фундамент, брус 100/100 пропитан антисептиком. На этом торце форточка, дальний торец, дверь с форточкой, уплотнительная резинка, отлив. Соты поликарбонаты защищены перфолентой торцевым профилем. Везде, где только можно. Все красиво, надежно, четко. Тут дверь с форточкой, крючочек. Теплица фермер, двойная арка. Выполнена в виде фермы. Диагональные укосины. И колышки в землю. Также 3 года назад установили фермер VIP. Состояние отличное. Уплотнительная резинка еще в белый цвет. Красиво, четко сохранилось. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.